ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота огнестрельного оружия сотрудниками 10-го управления по Минской области у 56-летнего жителя Логойского района изъят целый арсенал огнестрельного оружия. Данное лицо ранее занималось незаконной охотой и было ранее привлечено к ответственности за это. В ходе обыска у задержанного изъято две мелкокалиберные винтовки ТОС-8, одну собственноручно модернизированную винтовку Мосина с оптическим прицелом, 4 охотничьих ружья, 19 патронов различного калибра, самодельный глушитель и 400 грамм пороха. Также в ходе обыска обнаружены рыболовные сети для занятия незаконным выловом рыбы. Зарегистрированным оказалось только 3 охотничьих ружья. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за которое предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.